В Саратовском социально-экономическом институте строили карьеру. Здесь прошла ярмарка вакансий. В поисках будущих сотрудников в ВУЗ пришли десятки представителей государственных и коммерческих организаций, будущих работодателей. Среди них банки, крупные саратовские госучреждения и предприятия. В день карьеры студенты социально-экономического института получили массу предложений о вакансиях, стажировках и местах практики. Выбрав свой вариант, студенты разошлись по аудиториям, где для них провели актуальные мастер-классы от самих работодателей. Для меня сегодня важно было узнать информацию о банках, потому что я учусь на финансы и кредит, и на следующем году планирую пройти практику. И поэтому всю подробную информацию я здесь смог узнать. Здесь работает свыше 20, вот я так по столикам посмотрел, фирм, организаций больших и средних и малых, которые нуждаются в квалифицированных выпускниках нашего вуза, в экономистах, финансистах, бухгалтерах, представителей, связанных с мировой экономикой. Сегодня это шаг к карьере, к построению карьеры, ну и к своей успешной, благополучной, я бы так сказал, клевой жизни. По словам Сергея Наумова, в саратовском экономе вся работа со студентами построена так, чтобы они с первого курса имели представление о том, где будут работать. У вуза открыто 8 филиалов кафедр в федеральных органах власти, банках и крупных организациях. Регулярно проходят встречи с представителями крупнейших фирм и уже состоявшимися бизнесменами.